Сотрудники надзорного органа несколько месяцев наблюдали за автомобильным движением в Алматы и выяснили, кто виноват в огромных заторах на дорогах. Обо всех нарушениях, которые приводят к километровым пробкам, прокуроры даже сняли небольшой фильм. Как выяснилось, в заторах виноваты не только автомобилисты. Уже ставший головной болью города самозахват земли, теперь добрался и до городских улиц. Этим не брезгуют даже серьезные компании. Со стороны юридических лиц «Том Инвест», «Шакир», «Достав Сауда», «Байсад», АО, ИТО, АДЭМ, «Жахсылык». Недовольны прокуроры и работой дорожной полиции. Те, по их мнению, никак не борются с беспорядочной парковкой на улицах города. Водители оставляют свои машины даже там, где это запрещено. А вы это не видите и не считаете этим нужным. Бардак, утверждают прокуроры, творится и на городских рынках. Киоски и стихийные точки торговли вокруг базаров растут как грибы после дождя, без всяких разрешительных документов. Оформляли земли как стоянки, устанавливали там контейнеры. А куда эти деньги уходили? Кроме этого, у прокуроров на руках еще длинный список нарушителей. За последние 2 года осуществлено 174 проверки. Из них органами чрезвычайных ситуаций 58, налоговыми 57, санитарно-эпидемиологической службой 43, земельной инспекцией 11, Балхашево-Колским департаментом 3. Вместе с тем указанные государственные органы не довели свои действия до логического завершения. Прокуратура требует устранить в кратчайшие сроки все выявленные нарушения, пока они оштрафовали виновных на общую сумму в 4 миллиона тенге. Айна Жакупова, Мирюер Туленова, Асет Кундакпаев, телеканал Алматы.